Здравствуйте, доктор Дженнифер, а можно мне какую-нибудь причуду тоже крутую? Конечно, можно, вообще без вопросов, но только она будет случайная. Я хочу любую, но только не увеличение, потому что с увеличением я уже побегал, хочу посмотреть на что-нибудь еще. Да, без вопросов, сделаем как хочешь. Эй, ребята, вы на канале Juza Play, мы играем в симулятор Геройской Академии, и теперь я хочу взять какую-нибудь другую причуду. Тратим с вами 5000 денег, и что же попадется? А, что это? Что за квирк? Ой, что я сделал? Я не понял, что я сделал. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть, что это за скиллы такие. Газшот. Я пуляюсь газом теперь, что ли? О! Ого! О, жесть, смотрите, какое поле газа сделал. Прикольно. А еще что у меня есть? Все, да, у меня только 2 скилла. Я могу, значит, пуляться газом и создавать газовое облако. Я, конечно, ожидал немножко побольшего, но тоже прикольно, это лучше, чем увеличение, я думаю. А может и нет. Давайте, нужно накопить на какую-нибудь крутую, типа рарного хотя бы 100 тысяч денег, и я получу рарный квирк. Но только что мне нужно делать? Может быть, туда мы пойдем с вами? Что у нас здесь? У нас здесь вообще почему-то ни одного моба нету. О, ребята, это же всемогущий, а что он здесь стоит? Почему? Потому что я... Символ мира! Или это босс? Это босс, наверное, он как босс для злодеев. Прикольно, прикольно, а босс для героев кто? Вот это босс для героев? Кто это такой? А, это Ному! Жесть, я, наверное, его не завалю, да, он, наверное, очень сильный. Чё, мы вообще по нему урон не наносим? Ну-ка получи. Ой, он упал? Ой, что ты делаешь? Это 6000 урона! Серьезно, 6000 урона он мне нанес. Обалдеть, ребята, это просто жесть. Но зато я его могу усыплять. Супер Виллиан? А, здесь ты даешь квест для злодеев, да? Но мы же с вами не злодеи, мы герои, нам нужно что-нибудь для героев. Вот я вижу, там кто-то стоит, или это игрок стоит. О, это профессиональный герой, ты что нам даешь? Ты нам даешь задание какое-нибудь, нет? Нет, он мне ничего не дает. Но, видимо, может быть, я уровнем еще слишком маленький. Пойдемте посмотрим, что у нас еще есть в городе. Так, тут злодеи. Здесь, наверное, эти тоже слишком большого уровня для меня пока что. Для какого... Ой, почему я упал? Я что, сам по себе ударил, что ли? Получай. Получай, я сказал. Почему я вообще ему урона не наношу? Я все понял. Блин, а где мне прокачиваться-то? Неужели на этих нужно будет прокачиваться? О, смотрите, какой герой у нас прям весь светится. Это что, у тебя синий огонь? Ты братишка Тодороки? Ладно. Так, у меня вся сила закончилась. Сейчас мы подкопим. И попробуем справиться с этими ребятками. О, а чё, почему так много урона ты наносишь мне? Блин, по-моему, сила гиганта была куда сильнее. А может быть, мы сможем комбинировать это все? Давайте возьмем катану в руки. Теперь смотрите, у меня есть катана. Я сейчас его усыплю. И зарежу, давай. А почему ты не спишь? Я же вроде усыплял. Сейчас я попробую две способности применить сразу на него. Так, давай мы вначале на тебя пускаем газ. Все, ты ничего не можешь сделать. А теперь обачки. Оба. Все, я понял как... А стоп, подожди. Фух, чуть не погиб. Жесть, они живучие. Я понял, как с ними сражаться. Так, надеюсь, у меня на этот раз все получится. Оп. И теперь газ пускаем. Все, он сейчас будет задыхаться в этом газу. И мне засчитать. Давай. Нет, ты еще живой, что ли? Оба! Во, все, тактика, ребята. Но, конечно, я вообще мало урона наношу ему. Давай, тактика пошла. Опачки. Теперь еще раз. Заряжаем тебе. О, все, 3 раза скилла, и мы побеждаем его. Все, теперь у нас дела попрут. Ой, подожди, почему ты на меня напал? Вот так вот. Все, с трех ударов мы их уничтожаем. Ну да, ребята, я на тех пошел. Они же вообще слишком сильные для меня получаются. Так, теперь дымовая завеса и еще раз атака. О, что это?
Жесть, там какой-то чувак просто гигантским камнем кидается. Вот это у людей квирки. О, ребятки, ребятушки, я уже 60-й уровень. Я тут встретил еще одного чувака с такой же способностью, как и у меня. Но только он почему-то меня завалил. Ну да ладно. Я нашел еще вон там какой-то проход. Интересно, что там находится у нас в лесу. Мне интересно, куда идти дальше прокачиваться. Неужели это все? Вон те бандиты, это предел. Нет, наверное, по-любому здесь тоже можно прокачиваться. Кто это такие? Это звери? Это, в смысле, это локация для... Не героев, это локация для злодеев, что ли? Здесь им прокачиваться? Ого, смотрите, здесь даже босс стоит какой-то медвежий. Так, ну ладно, мы нашли локацию для героев. Ой, для злодеев. Теперь осталось найти такую же локацию для героев. Но, видимо, та локация с сильными злодеями, которые я умер в самом начале, это была локация вместо тех медведей. Так, здесь какой-то злодей стоит, да? А, ты мне предлагаешь убить 15 студентов? Нет, мы не будем убивать 15 студентов. А, это и есть наши студенты? Жесть, а почему? 500-й уровень нужен для ПВП. Обалдеть просто, обалдеть. О, 11 героев? А, здесь же этот наш Мишутка стоит. Давай, что ты можешь поменять? Один фейм на один кэш. Ну, как-то мало. Очень мало. В общем, ребята, здесь прокачиваться и прокачиваться еще целая куча времени нужно утратить на прокачку. Но зато теперь я этих с двух ударов вношу. Ой, даже на него еще раз газ остался действовать. Ой, я какого-то героя зацепил. Извиняюсь, я не хотел. Да, мои способности его случайно усыпили. Блин, прикольный газ, он еще усыпляет. Ребята, я прокачался до 80 уровня, и теперь эти бандиты шлепаются только с одного моего скилла. Я делаю облако газа, и они все задыхаются. Смотрите, это же автофарм, здесь просто можно стоять и фармиться. Вот это я сильный стал, да. Интересно, а какого левела нужно быть, чтобы идти дальше качаться? О, что там происходит? Кто там такое в пламя огня делает? Жесть, там, наверное, какой-нибудь... 5000-й уровень бегает. Ну что, ребятки, я думаю, на этом можно заканчивать сегодняшнюю серию. Если хотите продолжение, обязательно ставьте целую кучу лайков, пишите комментарии. А также не забывайте подписываться на канал. Если будет очень много лайков, я продолжу играть, наберу большой уровень, может быть даже максимальный. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, ребята.